Так, а это мы уже, друзья, заехали в протоку и довольно далеко заехали из Северной Двины в протоке. Это называется как, Коля, местность? Печи. А раньше тут деревня была? Не было? Тут тоже люди катаются. Катаются, отдыхают. Рыбку ловят. Что? Тахацу 18,7. А у нас? У нас Тахацу 9,9. Вот то же самое, идентичное. А 18 это мало или много? 18, так я могу свой раздушить до 18. Не, не надо душить, я и так боюсь. И так все хорошо. Тахацу. Такое название интересное, да? Такой красивый мотор. Тахацу. Как классно, что тогда ты его купил, правда? Мотора никак. Мы все ездили на моторе Михалыча, у Михалыча брали. Каждый раз не напросишься. Но они с нами ездили, потому что, да, все время тоже. Когда-то уже на его катере, да, поедем, когда на нашем. Ой, смотри, у него как лодка высоко встает. Она все время так, да? ПВХ-шка. Они очень надежные, да? Ну, надежные, что. У Паши тоже ПВХ? У кого? У Пашки-то, Данкина вот. Я не знаю. Я же не видел. Наверное, тоже ПВХ. Но я хочу себе ПВХ 4,2. У Влада вот ПВХ-шка, вот он сейчас катался. 3,8. А 4,2? 3,8 метра, а 4,2 хочу. Это меньше. Это наоборот больше. А еще больше? Еще больше, 4,2. 4 метра 20 сантиметров. А зачем? У тебя же есть. Ну, хочу тут. Это, Колюшка, я хочу сковородку. Такую. Вот такую. Так у тебя же есть. Ну, это другая сковородка. Да. Ну, вот это типа того, да? Да, типа того. Только тут запросы пошикарнее немножко. Пока дачу строим, никаких не ПВХ, не ПВХ, не ПВХ, не П... Как? ПВХ. ПВХ? И не... Короче, ничего. Да, короче, ты набор букв знаешь. Соответствующий, да, Коленька? Да. Слушай, ко мне уже жарко. Лика. Лика, девка-то вся ужарела. Ни одной рыбы еще не поймали, друзья. Ни одной. Такая большая речка и вообще что-то не клевает. Да уж. Не клевает, это он так прикалывается, говорит. Ой, как мы тогда с тобой на пёрте классно ловили, да, Коль? Ой, сколько было рыбы. Ой, я за всю жизнь столько не видала рыбы. Как она ловилась классно. Озёра такие. Это вот у Коли там на родине. Ну, тоже Архангельская область. На озёрах вообще классно. Ой, вообще. Там озёра вообще много. Да, только озеро, рознь. Помнишь, как мы с тобой были на озере, где вообще ничего не было? Ничего, оно и называлось Каменное. И везде были избы такие хорошие, да? Чисто так везде было. Да чего чисто? Даже старая изба и то была чистая. На которой на пёрте-то, помнишь? Сейчас там новая. На том, берегу баня, ты говорил, да? Да? Вот, молодцы. Это кто, наверное, там все-таки почаще бывает, да, все-таки строит, потому что так-то, ну, с города там так просто не приедешь. Это не здесь. Теперь любой может приехать. С города, чтобы ездить, надо им технику там иметь. Ну, да, там еще деревья. Попробуй-ка доберись. Да, до этих озер. Технику иметь. Чтобы она постоянно там была. Возить ее каждый раз, когда собрался. Угу. Устанешь. Копеечку все выйдет. Там еще надо сколько? Еще речку переправляться. Добраться надо еще до вашего поселка. У вас там это... Хорошо скрываться у вас там в том поселке. Я-то тебя там найду. По озерам больше скрываться. А что, скрываться собрался, что ли? Да, нет. От кого скрываться? От меня. Только. Если только, говорит, да. Что, закидывай тоже спиннинг-то? Да, Колюшка, да... Нет,
Ты зачем поехала? Я это отдыхаю. Лови рыбу. Слушай, ты хоть на одну-то поймай. Ну так две-то лучше. Где две-то? Она будет разрываться, одна может щука на всю протоку и будет между двумя спиннингами бегать. Туда или сюда. Или ту взять, или эту. Вот именно, так что лови давай одной. Нафиг они нужны. Вот именно. Скажет, за двумя зайцами погонишься. Ну-ка нафиг. А так лови одной. А я отдыхаю. Я наслаждаюсь. Посмотрите, друзья мои, какие облака. Скажут, ну у Коли жена, так вообще трындец. Отдыхаем. У нас нет сейчас задачи ловить. Это когда он едет с Мишей или еще с кем-то. Вот у них тогда задача ловить. А со мной у него главная задача – отдыхать. Да, ведь Николай Александрович? Ты что, запутался? Нет. А ты хочешь остановиться? Ой, я и забыла, что у нас мотор-то работает. Я вот хочу вот туда покидать. А ты будешь якорь покидать? Нет. А нас же будет опять кружить. Так, ну, кружите меня, кружите. Уже не поймается. Да? Склонул, да. Травку и все. Это значит что? Это ничего не значит. А мне в кресту не кидай. Ну давай, Коленька, давай. Здесь надо мышек кидать. Мышек? Ой, там стрекоза, представляешь? Вон там. Она уже в кустике убежала, улетела. Стрекозы такие красивые. А ты мышку-то сади. Малина у меня боится вообще стрекоз. Да ты что, это напарник-то? Ой, стрекоза вон там. Смотрите, какая красивая. Видно, наверное, ее на камере. А что их бояться-то? Они же безобидные. Вон какие они красивые. Они напоминают вертолет. Видишь, как играется хорошо. Да, играется. Только для кого? Сам бы съел. А Конушка, ты это, мышку, ты что, будешь на это насаживать? Ничего себе, ты как далеко. Вот там она в траве и сидит по-любому. Ну вот. Рыбка плавает по дну, хрен поймаешь хоть одну. Где у тебя малина увидел стрекоз? У вас что там, стрекозы есть? Да ты что? Да, я ее трогаю. Ну, не трогай, пускай сидит, побежал туда. Там такой дядя в два раза больше Коли. Боится стрекозу. Видите, бывает. Мы же почему-то боимся маленьких мышек. Да, такие большие тети, боимся маленьких мышек. Почему? Здесь это сейчас вода сожрут. Да. Да не говори. Здесь стрекоз вообще полно. Голубенькие такие, симпатичные. Вот оно, наслаждение из города. Вроде бы и так-то в городе не бываем в самом. Все равно природа есть природа. А вода нас сейчас тут слопают. Ты хочешь поехать подальше? А. Что, я отключаюсь? Коля поменял. Сделал лягушку. Я думала, что она жесткая. Говорит, посмотри, она не зацепляйка. И там крючки прямо к тельцу лягушки приделаны. А она, оказывается, мягкая. Если ее, например, щука цапнет, то она на крючки нарвется. Да. Вообще. Так, ладно, сейчас поставим еще мышку на другую. И что? Здесь такая сейчас птица вылетела. Желтого цвета. Красивая какая. Я ни разу ее не видела. Прямо видно было, она крылышками машет. И вот что-то желтенькое. То ли животик. Быстро очень улетела. А у меня камера была выключена. Пока воду пила. Ну а водов здесь. Это ужас просто. Хоть рубаху одевай. Ну жарко. Посмотри-ка, все вот в этой, да, в тресте, в траве. Сейчас еще Коля мышку сделает. Ну нету, катерочков много здесь ходит. Все пытаются, может, что-то поймать. Может, вот эту силикон сделать?
Ну-ка, покажи, что ты хочешь сделать. Это зацепится у тебя за траву. А мышка зацепляйка или нет? Мышка тоже не зацепляйка. Давай мышку. Подожди, это у меня. А это что такое за железка? А это мы, короче, ездили на рыбалку, и у нас грузила закончились, все оборвали, и я нашел вот проволоку. Заколебали, а вода уже здесь. Так, а что здесь речка? Протока такая узкая, так их тут навалом. Ну, комаров нет. Комары, наверное, ближе к вечеру будут. Ну, я даже не знаю, Колюшка, сколько сейчас время. Все, у меня садится телефон. Да, телефон садится. Быстро, потому что видео грузится и садится телефон. Много энергии забирает видео, потому что... Ну, чтобы загрузиться, потому что интернет-то плохой. Удивительно, что еще тут есть. Я выгрузила видео здесь в протоке, надо же. Ладно, я буду на Колин снимать, дома выгрузим. Если уж будет что-то очень интересное. Так, вот природа. Друзья, наслаждаемся природой мы. Почему природа так успокаивает, Коль? От тяжелых мыслей. Коля любит рыбалку с детства. Озера, леса. Вот они в эти печи ездили за грибами с Петровичем. Только где вы выходили? А в любом месте выходили. А что, здесь можно выйти? Да. Здесь не болотина? Ну вот вдоль берега идешь. Ну как вот обычно мы ходим, да? Да. Дальше уже идет болото, наверное. Да. А морожки тут нету в печах? Не знаю. Ни разу Васильевна сюда не возила нас за морожкой-то. Вроде есть где-то. Есть, да. Она, видишь, она не знает, если мест, так она не ходит. Там болото есть тоже. Угу. Это оно, в принципе, одно и то же болото, что... Ну, тут, Коль, вот заблудиться есть. Можно, ты чё? Ты знаешь, у меня все из памяти не выходит. Вот, помнишь, мы ходили, там не болото, а ты еще говорил, нашел какое-то озеро. Ну, это на Кежме. На Кежме, да. Угу. Оно так, там такая местность. Там еще, помнишь, сам... Грунт-то ходил. Торф, да, так страшно там. Чего страшного? Нет, мне почему-то там стало жутко. Какое-то вот оно стоит, мертвое место. Лесочки. А ты не пробовал туда удочку закидывать, в это куда? Озеро? Куда? Вот где этот торф-то? Нет, я только спиннинг туда кидал. А, вот спиннинг, да, ты хотел проверить. Попробовать удочку кинуть, да, можно. Туда ходить-то опасно, там идешь, и под тобой все, вся земля движется. Весь может, этот торф. Там, кстати, это быть. Кто? Я говорю, это. Может, это? Может, карась есть? Мышкара? Карась. А, карась. Не, я туда не пойду. Там идешь, и ты начал как прыгать, такое чувство, что землетрясение. Очень опасно. Мне ведь там даже женщина написала, что... Дай-ка я это видео как-нибудь дома пересмотрю. Мне очень понравилось. И там комментарии. Очень интересные под этим видео. У нас тихонечко кружит. Ветерка бы немножко. На реке вон как ветер какой и волна сильная. А здесь, смотрите, тишина какая. А мы же недолго, недалеко тут заплыли-то, да, от реки? Далеко. Но течение тут есть? Есть, конечно. И оно у нас уносит туда, вдаль. Оно сейчас прибывает, да. Угу. Ну, у нас прибывает. А почему тогда уносит нас туда, а не обратно? Потому что прибывает. Бывать будет, так нас туда понесет. Так понятно. Что ничего не понятно. Так, мышку говоришь, да? Мышку. Где у нас мышка? А где у нас мышка? Где у нас мышка? Здесь. Колюшка у меня вот сапожки снял. Я тоже сапоги сняла. Сухо? Вот. Да, сухо. В лодке сухо. А что в резине-то сидеть?
это сундук с богатствами у него. Сундук. Ну-ка, покажи-ка нам. Она жесткая, да? Мышка? Нет, тоже мягкая. Ну-ка. Я что думала, что они пластмассовые. Ой, бляха, чуть не подцепилась. Вот так вот рыба и цепляется. Вот оно как. А я думаю, как она? А она, посмотрите, так хып, и все. И дернет, и все. Ничего себе. И вот есть два крючка. Да. Думаю, почему, зачем они такие жесткие, пластмассовые? Они не жесткие, они мягенькие. Ну, сейчас прям. Еще, видишь, у них клапан еще стоит. Для чего? Чтобы его можно было ее заполнять. Чем? Водичкой. Ну, притапливать. А-а-а. Притапливать, чтобы еще. Ну-ка ты, какие у тебя тут приспособы-то? Конечно. Конечно, говорит. Ну-ка давай, мышка, наружка. Мышка, наружка. Ну давай я в год мыши, крысы, как там, помоги-ка мне. Ух, как ты далеко-то забросил. Я ведь училась спиннинг забрасывать. Но мне надо снова и снова, а то я что, забросила? Покидала день, я уже на следующий день забыла. Но она какая-то, слушай, мышка-то она темная, ее там не видно. Или только что она шевелится, так? Не цветная, да? Не как рыбка, не блестит она. Нет, она черная. Ну, не блестит. Глаза блестят у нее, что ли? Глазки есть. И сами крючки. Ой, правда, как мышка издалека. Гадость-то какая. Тоже не зацепляйка, да? Да. Саш, на берег закинь. Ага. Чем длиннее удилище, чем дальше кидаешь. А это подлиннее у тебя, да, спиннинг? Да, это самое длинное. Ага. Ну вот, Колюшка, давай, она там и сидит. Давай, поймай мне щучку на ужин. Не, не на ужин, на завтра. У нас Кирюха не ест этой рыбы. Вот он еще филе, а так нет. Пока еще не пришел он к тому, чтобы есть. Я тоже такую рыбу раньше не ела. Все треска в основном. Ой, как спать-то захотелось. Треска или карпы, щуку так потом уже стало. В пиннинге больше видеть. Ну-ка, вот хоть бы где, скажи, да? Правильно, здесь все катерами, все протоки изъезжены. Ой, там кто-то вот плеснулся, где? Он там вдалеке. Да. Сорожка. Вот именно там, да, куда ты сейчас и попал. Обычно блесну кидаешь, она цепляется за все эти. Конечно, травы. Цепляется за всю эту траву, еще бы. Мне кажется, что твою лягушку было поярче, видно было. Должна быть еще одна мышка, я что-то найти не могу. Да? Кто-то у тебя ее, наверное, спер? Да, вспоминай. А вот это вот с хвостиками, которые у тебя там, это все зацепится, да? Или это вообще не для этой рыбалки? Пока не для этого. Ну, можно сделать и для этого. Там еще какие-то вон с хвостиками. Такие грузила огромные, Коля, это для чего? Ты на треску ты собирался? Такие громадные. За треску это вообще здорово бы съездить, да? Это надо в море ведь ехать. Так. Сейчас надо посмотреть, где у меня. Вон где-то одна еще мышка. Цветная. Кстати. Давай лучше чая попьем. Давай. А у тебя цветная мышка есть? У меня цветла. Ну ее нету. Что-то не вижу, да. Может быть это. Она была даже меховая, так сказать. Да ты что? Да. Нету здесь ее у тебя. Видно же, что нету.
в сундуке в твоем. И злой Кощей над златом чахнет. Так. Тоже не зацепляйки? Все не зацепляйки. Вот это тоже мягенькое. Это а мы с тобой не эти пробовали? Рыбка ведь? Тоже мягенькая. Угу. Смотри, не напарись там. Вот это тоже не зацепляйка. Тоже вот что это? Лягушка тоже, да? Лягушка. Ну-ка, покажи. Да, он пока. Она этими хвостами не зацепится здесь? Нет. Я достану. Так, друзья мои, у меня садится телефон. Все. Видишь, какая лягушка. Ты мне лучше щуку лови, а не игрульки свои показывай. Ой, я не могу. Как вы любите тоже. Тоже лягушки. Чего мы любим-то? Всякую шнягу покупаете какую-то. Оля. Смотрите там перед зеркалом, там меряете. Смотритесь. Ну что же. Господи, я уже забыла, когда я что-то как-то назвал, покупала и мерила. Лягушечка, видишь, тоже какая. Ужас. Так, надо мышку найти. Да нет ее у тебя здесь. Но здесь нету, может, в другом чемодане. Господи, что еще взял чемодан? Не чемодан, а это, вон, баночка. Нормально так, друзья мои. Мы сейчас посмотрим, что еще тут у него за богатство. Кончик у меня. Тоже силикончик. Так, ну ладно, ты давай тут разбирайся, а то у меня сейчас телефон сядет. Нет, мыши не нашел. Тоже силикончик. В общем, еще один силикончик. При бомбасов много. А... Еще один силикончик. А на камбалу что идет? На камбалу, на креветочку. А. В смысле, живую креветку? А, вот еще у меня воблерочек, видишь, какой? Есть, даже не знал, что есть. Почему не знал, просто знал все. Короче, мыши-то нет. Нету мыши, да. Еще воблерочка. А ты ей пользовался? Нет, я еще не пользовался, она должна быть запечатана. Ну вот, потерял. Так что я отключаюсь, Коля. А там вот у тебя просто коробка или с чем-то? Нет, это просто коробка.